Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня последний раз коснусь темы о выращивании рассадов томата способом прямого посева в грунт, потому что сегодня я их буду убирать, вот эти томаты, и хочу еще раз кратко пробежаться, потому что многие спрашивают, если вы запоздали с посевом или у вас нет дома каких-то условий, вполне реально вырастить рассаду прямо на улице в неотапливаемой теплице или как выкопки в такой. Можно углубление сделать и накрыть сверху рамой или чем-то. Вот смотрите, я садила загущенно. Несмотря на это, рассада удалась даже лучше, чем в домашних условиях. Толстая. Стоят все как солдаты. Вот эту рассаду сейчас уже можно или высадить в открытый грунт под пленочку, или у кого есть возможность держать ее в теплице дальше, дорастить до конца, а потом высадить и сразу к колышкам. Видите, какая получилась рассада? Хорошая, полноценная рассада томатов. Все, она ни разу не была дома. Я ее сразу посеяла здесь, и она выросла. И несмотря на то, что она посеяна густо, обычно в таких условиях ни черной ножки, ничего нет. Она не вытягивается, потому что на улице всегда солнышко. И потому что здесь прохладно. Она толстоствольная такая, толстенькая, хорошая. Все, полноценная рассада готова. Так что, если у вас по каким-то причинам вы не хотите дома, но дома обычно без подсветки сложно вырастить здоровую крепкую рассаду, сейте на улицу. Один раз поэкспериментируйте, маленькую часть посадите. Некоторые обходятся вообще только прямым посевом в грунт, вот так, ну с последующей высадкой потом на постоянное место. Это очень удобный и малозатратный по труду способ. Не нужно в лотках поливать, подливать. Я вот эту рассаду почти не поливала ни разу, потому что земля влажная после зимы. И снег, который тает вокруг теплицы, он все равно подпитывает эту землю. Выросла сама. Как по мановению волшебной палочки. Как некоторые говорят, что такого не бывает. Все бывает в жизни, вы просто ни разу не пробовали. Пробуйте. У нас очень много методов выращивания овощей. Мы привыкли к стандартному, к одному. И если кто-то что-то делает не так, кажется, что это какой-то обман, какой-то подвох. Способов очень много. Вот это один из них. Для занятых. Для тех, у кого дома нет условий, прямым посевом в грунт рассада получается прекрасная. До свидания. Желаю всем успехов.